Ты не знаешь, кто оставляет цветы? Нет. Но у крошки много друзей. Было. Уже пора смириться. Я знаю. Мы пережили жуткий кошмар, но хватит постоянно ворошить прошлое. Я ничего такого не делал. Эйден, не надо мне врать. Я знаю, что ты ищешь тех, кто это сделал. А ты не думал, что подвергаешь нас опасности? Вам ничего не грозит. Я этого не допущу. Послушай себя. Эйден, зачем тебе все это? Просто... мне нужно знать. Ты мой брат. Я тебя люблю. Но Джекс для меня все. Малейшая опасность, и ты его больше не увидишь. Брось это. Пожалуйста. Лену не вернешь. Моя вина. Нет, не твоя. Я все понимаю. Обещай бросить это. Ради нас. Ради семьи. Обещаю. Она права. Лены нет, но что с того? Махнуть на все рукой. У нас проблема. Тот чел из раздевалки выжил. Заговорит тебе хана. Он не умер? Такое бывает? Как видишь, бывает. Да расслабься, есть план. Встретимся в Горман-Хайтс на крыше. Что такая девчушка, как я, может здоровенному обвалу навалять. Мне нужно позвонить кому-то. Где он? С Джорди вечно проблемы. Но выбора нет. В другой жизни я бы за ним гонялся. Или он за мной. Если он говорит, у нас проблемы, можно спокойно умножать на 10. Этот свидетель ни в коем случае не должен меня познать.
салют. Вот блин. Джорди, кто это? Да, они тут живут. Ты чего? Ну, в этих домах система безопасности просто блеск, и все решили, что можно расслабиться. Они закрылись только на цепочку, типа, чтобы как следует присмотреться к разносчику пиццы, например. Ага, понял, ясно. Насчет проблемы. Я и захватил болторез. Хозяин приоткрывает дверь, я просовываю девайс и хрясь. Прикиньте, это не пицца. Джорди, проблема, вспомни. Помню я, помню. Мы сейчас примерно на полпути, Пирс. Неужели не ценишь, что я для тебя делаю? Не замечаешь моей заботы, нет? Да ну. Да. Слушай, давай уже к сути. Что со временем? Его мало. Да, помнишь того мертвяка из раздевалки? Так вот он выжил. Его упрятали в чикагскую тюрягу, и если он там попадет на допрос, угадай, кого он сдаст? Как выжил-то? Всякое бывает. Глянь туда. Видишь? С утра звонили. Кто-то готов заплатить, чтобы разговорить нашего друга. И, кстати говоря, главарь среди них. Судя по всему, нам стоит поболтать. Ага, только не перестарайся, пожалуйста. Бедный Морис в тот раз обмочил штанишки. О методах не волнуйся. А ты справишься? Двигай туда, а я прикрою. И не надо убивать босса, он тебе типа нужен. Точно? Действуем быстро, лады. А то от этих писков-визгов у меня башка заболит. Будешь, милый, меня чаем с ромашкой отпаивать. Иначе никак. Да и мне кота за яйца тянуть неохота. Ну кто ж тебя знает? Разучился читать мысли? Да не то чтобы умел. Зачем нанимать устранителей? Кого они ищут? Тебя. Достал ты всех со своим мстителем. Сейчас устроят в тюрьме бучу и доберутся до нужного свидетеля. Хотя всполошились они не на шутку, это да. Знают, что я вмешаюсь. Слушай, свидетель видел меня в лицо. Если устранители поймут, кто я такой, станут угрожать семье. Ой, мося-ся-ся. Это твоя семья, Пирс? Пойми, такое слабое место грех не использовать. Я за тобой с платочком бегать не буду. Ладно, погнали.
будьте настороже. Черт, нет! Мужики, ща рванет! Это не конец. Думаю, босс устранителей где-то рядом. Крысятничает в тюрьме. Что? Мы не понимаем, о чем ты. Лэнс Бреннер. Как детишки? Ты что творишь? Как семья, спрашиваю. Судя по всему, мы ведем двойную жизнь. Семьянин. Детям скоро в колледж. Потянешь ли, член профсоюза? Пошел ты! Но есть и другая жизнь. Тайные счета с хреновой кучей бабок. А. Слушай, ты вообще в курсе, сколько всего на тебе глухарей висит? Копы ждут, не дождутся. Так, погоди. Тебе бабок нужно. Дам сколько хочешь. Время идет. Ладно, ладно. Черт. Насчет тюрьмы. Звать Анжело Тучи, начальник охраны. Но поздно его не найти. Он ни на что. Явно родные тут есть. При чем тут его семья? Ты совсем рехнулся, что ли? С чего бы начать? Очнись, Пирс, устранители. Что там? Киндерхук, помнишь? Черт. Я здесь разберусь.
Очнись, Пирс, устранители. Пропал. Нашел того парня? Да, там такое дело. Слушай, найдешь еще кое-кого? Диктую имя. Хелена Туччи. Родня того, за кем я гоняюсь. Она живет в Чикаго? Да, ее адрес не помешает. Нашла. Ого, фига себе у нее цифровой след. Так, сегодня утром она постила про встречу возле Уиллис Тауэр. Ясно. Позвоню, как доберусь. Будь на связи.
Так, я у Уилли стала. Что с Хеленой? Судя по апдейтам, она любит делать селфи. А тут у нас Дакфейс. О, господи. Вся лента в котиках. Зачем тебе эта бестолковка? Я это... ищу ее дядю, а через Хелену быстрее выйдет. Есть кое-что. Утром запустила фотку. Очередное селфи. Брюнетка в очках. И зеленым рюкзаком. Слава соцсетям. Найду ее. Копаю дальше. Прикинь, с ума сойти. Глотаешь чип, и тебя автоматом логинит на всех сайтах, где ты заехал. Так, Хелена, начнем. Мистучи, это доктор Хаят из городской больницы. Мы получили анализы вашего дяди, но в карте есть только ваш номер. Можете дать его телефон? Это срочно. Не, пардон, мы с дядей 100 лет не общались. Ладно, извините. Не стой так близко. Терпение. Да. Дядя Анжель? Хелена, опять нужны билеты на концерт? Нет, слушай, мне кто-то звонил. Мне кажется, тебя ищут. Что? Черт, твой звонок с головой меня выдаст! Вешай трубку! Попался. Где же ты, Анджело Туччи? Ну, началось. Ну, чтобы... Анджело Туччи. Он будет следить за переводом моего свидетеля. Кто-то хочет раскрыть личность Мстителя и платит Туччи. Удачи им. Что ты там мешкаешь, Пирс? Нашел его? Засек через GPS. Так что совсем скоро отрублю. Блеск. Связи в тюрьме. Устроить бы твоему парню несчастные случаи, но никто ж на такой не подпишется. Ну, нарвусь на арест. Легко. Только нахрена это надо? Этот свидетель, он же никто. Оказался ни там, ни в то время, меня не искал. Зачем убивать?
Можно просто объяснить, что ему от меня не скрыться. Просто отстойнейший план. Я за. Найду схему. Проведу тебя, как влезешь. Что еще? Смартфон. Дружок, да у тебя проблемы. Прям зависимость. Джорди, без него никак. Его отберут прямо на входе. Да, не кипиши, шучу я. Ха, доставим мобилу. Есть у меня там чувак, справится. Многие остались недовольны результатами выборов. Мэр Рашмор выступил с обращением к жителям Чикаго. Он спешит заверить, что его мэрия продолжит работу на благо горожан, несмотря ни на что. Стрелки на стадионе во время бейсбольного матча. Пока зрители наблюдали за матчем, несколько членов банды были убиты. Среди полицейских жертв нет.